3000 человек. Участники акции держат флаги Компартии, государственные флаги России, а также организации «Борьба левого сектора Харькова». В бюллетнях, которые получают участники акции, три вопроса: об экономической федерализации Харькова и Харьковской области, возможность региона самостоятельно решать, куда тратить свои средства, о народовластии, власть подчиняется воле народа не только во время выборов, но и на протяжении всего времени ее деятельности, и языковой суверенитет, право народов и личностей на сохранение, развитие и использование родного языка. На бюллетне нужно обязательно указать свою фамилию, имя, отчество и оставить свою подпись. Людям предлагается заполнить бюллетень и передать его специальным лицам. Кроме того, ведущий предложил принять резолюцию на вече, состоящую из трех пунктов. Первый – власть народу Харькова, предпочтение всех силовых структур армии и хозяйственных структур народу Харькова, а также обращение к Российской Федерации с просьбой довести до всего мира решение Харьковского референдума. Вот да, такая информация. Мы продолжаем эфир. Вот есть информация о том, что почти...